доме выступит взрослая группа клуба «Дикий Синкай» Новосибирск под руководством Виталия Корнева. Четвертый дан айкидо айкикай. В 2008 году в Новосибирске открылся филиал клуба «Дикий Синкай», который возглавил Виталий Корнев. Айкидо он начал заниматься в 1999 году, а начиная с 2006 года уже начал тренировать. Аттестацию на четвертый дан айкидо, айкикай, прошел Омиямото Сихана в апреле 2016 года. За 10 лет существования филиала подготовлено 10 мастеров черного пояса. Открыто 5 отделений клуба «Дикий Синкай» в Новосибирске. За это время организованы 6 международных семинаров, 4 из которых провел Миямото Сихан. Филиалы клуба «Дикий Синкай» работают в Москве, Иркутске, Томске, Санкт-Петербурге, Железногорске, Тамбове и, конечно же, в Новосибирске.